Вот, дорогие товарищи, хочу вас научить, не просто научить, показать, как готовить в домашних условиях из обычных продуктов, чтобы было вкусно, аккуратно, ну, как делаю это я. Сейчас вот посмотрите. Ножичек подточили, видите, вот он под водичку, вот так вот. Просто вот муса, камень. Мусать не обязательно, вместо муса можно потом подлакировать. Вот обычная чашка, раз, 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 вот. Провел все. Ножичек готов у нас. Ножичек готов. Картошка, вот обычная картошка. Вот этот блинчик, а так можно в Дикси, Пятерочке покупать. Она хотя и относительно чистая, но всегда ее нужно промыть. Прежде чем как чистить, ее нужно промыть. Так, кстати, будем сегодня готовить курицу. Курицу с картошкой, с морковкой, с овощами. Вот. Я думаю, вот этого вот достаточно будет. Картошку у нас любит. Вот и все, вот смотрите, вот раз вот помыл, и все, вот от грязи смыл. Видите, вот там сколько грязи выходит. Все, вот это вот все смывается. Вот. Все смывается. Аккуратно это все смыли. Все, вот картошку вот помыли, потом кисло, вот холодную воду набираем в чашку, ну, чашку набрали, воду холодную, это сюда будем чищенную картошку ложить, вот, набрали не полную, ну, чуть-чуть вот так вот воды, все, удобный способ, вот как я чищу картошку, вот так вот сначала, и пошло по кругу, вот, все, раз, и с этой стороны вот. И с этой стороны раз, вот быстро, аккуратно. Все вот такие вот черненькие, где все убираем обязательно, ничего не оставляем, не жалеем. Вот, все убрали, вот, положили сюда. И водичку, чтобы не почернело. Вот так вот. И вот вторая картошка. Она. Так далее. Это все в домашних условиях, вот как я готовлю. Я думаю, вам понравится. Вот, раз, почистил. Ничего сложного, без никаких усложнений. Все продукты можно купить в магазинах. Пятерочки, вон везде. Хотите, на рынке покупайте. Вот, все почистили, все сюда. Вот у нас обычная вот курочка такая вот. Я ее вот сегодня в Ленте купил. Вот. Такая курочка, обычная курочка. Ее везде можно купить. Везде. Все, сняли ее. Вот. Ну, там говорят, не надо мыть туда, что я ее всегда обмываю холодной водичкой, все обмыл, ну, чтобы чисто было, приятно работать с ней. Можно чуть тепленькую сделать, потому что она слизкая бывает. Вот. Все, я чуть-чуть обмыл, все, воду слил. Вот. Вот. Помыл. Ножичек после картошки немножко еще подрихтовал. Вот. Все, много не надо его. Все, подрихтовал, он уже такой хороший. И вот, смотрите, самое главное, я вам покажу сейчас, как я делю курицу по частям. Очень все просто. Вот раз взял, вот раз, крылышко отрезал. Одно, да. Вот эти части я выкидываю. Вот. Да, у кого есть там собаки, кошки, можете варить. Вот, по фалангам, все, ничего сложного. Оба. Раз ушла. Второе крыло. Вот. Срезал. Раз убрал. Все. Вот по фаланге. Раз. Вот. Рубить не надо. Только вот все нарежется. Раз. Перевернул. Смотришь. Оба. Вот. Все. Раз. Перевернул. Срезал. Да пока убрал. Сюда. Вот. Вот эти вот части, они грязные, их надо убирать, ни в коем случае, не экономьте, товарищи. Этим сыт не будешь, ну, неприятно. Видишь, тут все грязное, надо все убирать. Эту вот попочку тоже я всегда убираю. Вот. Раз вот так вот надо ее, смотрите. Вот. Раз вот так, срезал, все, убрал, нету ее, все, выкинул. Все, так поставил потом ее, потом, оп, все, срезал, одну часть. Вот смотрите, вот эти вот части тоже надо срезать, тут чуть-чуть, он по хрящу, вот он сам идет, вот раз,
Все, срезал. Оп, все, выкинул ее. Где Милка? Потом здесь тоже вот по суставу идет. Все, раз. Вот, все, срезалась вишка. Вот. Эту часть тоже можно будет раз вот так вот поделить пополам. Вот. Все. Все, поделил, все, выкинул. Эту тоже так же. Вот эту часть, это грязная часть. Ее тоже убираем. Раз. Срезал. Брал, выкинул. Все. Здесь тоже. Вот видите, как аккуратно. Ничего рубить не надо. Вот здесь немножко силу просто приложить и все. Вот. Поделили. Осталась эта часть. Вот это вот суп-набор. Мы тоже будем жарить. Раз. Срезал аккуратненько. Вот. Это тоже можно выкинуть. Вот, вот это вот. Этим сыт не будешь, она вам погоду не сделает, но испортит все. Поэтому эти вот части вот эти нужно срезать и убирать. Вот. Это вот грудинка у нас. Все, посерединке раз. Срезал. И там на ваше усмотрение. Я вот, например, на три части делю ее. Все. Вот. Все. Раз. Вот. Все чисто, аккуратно. Вот. Все. Все, курицы нету. Все, разделали курицу. Ножик обязательно моем. Вот. Хорошенечко смываем все. Досочку обязательно все смываем. Аккуратно, чтобы все было. Все. Курицу сделали тоже. Сейчас смотрите, нужно будет морковку тоже помыть, почистить. Сейчас мы ее тоже вам покажем. Картошку уже помыли, почистили. Сейчас морковку, лук. Это же я тоже сейчас помоем. Да. Вот. Морковку тоже взяли, помыли обязательно. От грязи, от всей. Мыли все. Хорошенько помыли ее. Все. Помыли. И у нас для этого дела такая вот экономка. Все, экономочка. И раз. Раз. Удивилка. Все. Раз. Вот. Почистили. Раз. 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 Вот эти вот срезали, здесь срезали, здесь срезали, почистили, эти места убрали тоже, все чистенько, все, мыли, убрали туда картошки, вторую тоже, все, почистили ее тоже. Все очень просто, ничего сложного, а как вкусно будет. Вот. Эти места тоже вот так вот идет. Лопнула морковка, тоже надо убирать, тоже грязь скапливается. Уже раз вот так убрали. Все, вырезали. Я вам много всякой еды могу показать. Очень много. Из любой кухни, товарищи. Все очень просто. Вот то, что вот в магазине продают, прям копейки вот тут. Морковка. Вот. Она тоже недорогая. Чем не морковка? Смотрите, какая красивая, хорошая. Вот. Я люблю очень лук. Вот лука много не бывает, я так считаю. Все. Почистили лучок. Опа. Все. Ну, для этого вот блюда нам вот три большие такие вот головки лука, я думаю, хватит. Вот. Вот. Вот, дорогие товарищи, вот у нас вот четыре лука таких вот, две морковки, вот, смотри, покажи, вот, и картошка, вот, и одна курица вот такая вот получилась. Все, сейчас пока это будем резать, смотрите, вот, берем казан, вот, обычный казан, такой вот, все, ставим на огонь. Все. Он у нас уже чистый, помытый. Вот. Его поставили на огонь. Сейчас немножко прокалится. Все. Вот.
потом. Там есть какая влага есть, что-то есть, вот пусть он на огне постоял немножечко. Вот. Вот, и все, наливаем масло. Вот. Ну, примерно вот так вот. Вот, все, налили, потому что курочка тоже у нас жирная, все, налили. Потом можно подлить, если покажется мало. И все, дальше. Пока масло раскаливается, оно должно обязательно раскалиться, чтобы было горячее. Ножичек подрихтовали. Вот. Что под руку попалось, например, лук можно подготовить, да, вот раз, взяли, вот, оп. Не сильно мелко, вот полукольцами такие вот. Вот. Все. Все подготовили, нужно просто время использовать рационально. Вот, пока масло калится, оно там стоит, все, ты пока лук порезал, картошку подрезал, как тебе надо, морковочку подрезал, все. Чтобы время зря не уходило у нас. Все очень просто, ребята. Все очень просто. Настолько просто, и все будет очень вкусно. Ну и не забываем, что душу вкладывать. Надо с душой готовить и с удовольствием. У нас, например, много человек в семье. Это вот у нас сейчас на 6 человек. Вот, вот это вот. Ну, хватает. Казан тоже, вот, в принципе, не такой большой. Хотелось бы побольше, конечно. Но пока такой. Будем готовить порционно. Сейчас вот, например, курицу обжарим хорошенько до золотистой корочки. Вот потом я ее вытащу. И пожарю картошку отдельно. А то у меня все вместе в этот казан не поместится. А потом можно просто все смешать и все. Но я вам сейчас все покажу, все увидите. Все подробно постараюсь вам объяснить. Чтобы вам было понятно. Если что непонятно, будете писать, я вам буду все объяснять. Я думаю, с этим видео тоже все уяснят, всем будет видно, ясно все. Вот. Очень просто все. Вот. Все, видите, вот лучок у нас уже вот готовый, уже нарезанный. Да? Вот, лучок нарезанный у нас. И морковочка. Морковочка. Морковку как? Тоже произвольно. Вот, ну, вот так вот можно вот порезать. Вот. Видите, какие кусочки. Вот она. Все, вот так вот режем морковку. Все, порезали морковочку. Ну, тоже сюда раз вот выложил. Пусть лежит. Все, пусть лежит морковка. Все, это тоже так же. Вот раз, раз. Все, порезал. Вот. Морковочку дорезали. Вот. Все, дорезали. И смотрим картошку. Воду слили с картошки. Вот. Еще раз. Все. Все, оставили. И смотрим. Вот это вот нормальный вот размер картошки. Вот это вот большая. Да? Все, ее можно вот так вот, например, вот посередине вот так вот и вот так вот. Ну, вот такой размер вот, как был. Вот нормальный размер картошки. Все. Тоже вот на три части можно поделить ее. Вот так вот поделили картошечку. Вот. Что там у нас еще? Ну вот эти тоже можно поделить пополам вот так вот. Все. Вот. Ну все достаточно, все достаточно. Вот. Смотрим теперь вот, скажи, казан, масло вот раз, смотрите. Где вот оно? Процесс пошел. Калится потихонечку. Сейчас еще буквально минуты 2-3. Это для чего, вот, чтобы оно было раскаленное делается? Чтобы вот эта вот курочка наша, когда мы будем ее сюда кидать, чтобы не прилипло сразу. Если масло не будет настолько горячее, сколько нужно, раскаленное, то курица, она прилипнет просто ко дну казана, и все, потом трудно будет отдирать. А когда масло будет раскаленное, ты когда кидаешь ее, она сразу же коркой покрывается и не прилипает к казану. Это для этого нужно.
Поэтому не торопимся. Ждем, пока легкий такой дымок пойдет. Да. Вот, видите, вот дымок пошел, ребята. И все, и поехал вот потихонечку. Раз. И закидываем потихонечку. Стоим чуть-чуть подальше, да, а то может брызнуть. Потому что курочка у нас влажная. Вот. И все, вот так вот. Кидаем по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Все. Чтобы было красиво, вот. Так как канал у нас маленький, сейчас вот эту вот часть я прожарю, вытащу, потом вторую часть прожарю. Это все будет быстро, это недолго будет. Потому что огонь у нас сейчас хороший. Вот. Это все будет быстро, очень быстро все будет. Вот у нас вот такой вот кабгет. Вот. Все, берешь. Начал. Обхватилось немножко, да? Вот. Все, можно будет прокрутить немножко. Раз, вот, прокрутили ее. Пусть. Все. Пусть жарится. Все, оставьте ее в покое, пусть жарится потихонечку. Вот, сейчас мы ее обжарим, эту часть. Выложим стол, потом вторую часть. Обжарим. Все, пока. Покажи, как жарится. Вот видите, как жарится. Вот она вот так вот должна сейчас прожариться. Вся влага выйдет из нее, покроется корочкой. Потом вторую часть прожарим. Ее тоже вытащим. Потом картошечку, морковку, лучок. Все обжарим, потом перемежаем. Но сейчас я вам все покажу. Очень просто и очень вкусно будет. Вот. Где наша пряточка? Снимаем, да? Вот, смотрите, вот Слава показывает внутрь. Вот видите, вот внутрь казан внутрь. Гостя. Видите, да, вот видно? Да? Вот, вот корочкой покрывается, видите вот? Она не прилипла, ничего. Вот. Вот видно, да, здесь, да? Показывает. Вот видите? Вот. Уже жарится потихонечку, вот корочкой покрывается. Так вот переворачиваете ее. Видите, она там вот. Свободненько, не прилипла. А почему не прилипла? Потому что масло у нас, да, было раскалено как надо. А если бы было оно холодное масло, такое тепленькое, вся курица бы прилипла бы уже. Вот. Не солим, не перчим пока. Пусть пока она жарится. Сейчас еще немножко курочкой покроется, а то можно будет подсолить. Вот. У меня вот такая вот соль. Вот. Я люблю вот такую вот крупную соль. Вот. Она и вкуснее, и полезнее. Там йода побольше. Все у меня такие вот приправы вот есть. Это приправы с Узбекистана. Тут кориандр, укроп, тут паприка, все вот такое вот. Очень вкусная вещь. Ну, здесь тоже можно собрать. И зира, я вот очень люблю зиру, вот такая вот зира. Вот. Это вот по чуть-чуть будем ложить. Еще курица любит очень базилик. Свежего нету, сейчас вот такой вот сушеный базилик. И вот тоже положим немножко сюда. Все, сейчас вот она жарится у нас. Вот. Вот смотрите, вот как она жарится. Видите, уже какая становится. Такая упругая уже становится. Вот. Жарится, видите? Вот. Вот. Корочкой покрывается вот такой. Вот. Вот она обжарится хорошо. И потом соль, приправы по чуть-чуть. Перчика можно положить. Вот смотрите, вот она уже такая золотистая стала. Все, можно будет вот так вот чуть-чуть раз подсолить немножечко. Все, подсолили. Смотрите, так вот ковырнули один раз. Да? Вот. Все, ковырнули. Все, теперь это тарелочку убираем аккуратно. Масло течет. Вот. Это оно как бы до полуготовности сейчас доведено, мясо, вот. До полуготовности. Так вот стеживаем масло, чтобы оно осталось в казане. Вот.
Сцеживаем. Оно у нас до полуготовности сейчас. Мясо. Ну все. Все. Все чисто, все аккуратно у нас. Вот. Теперь даем еще минуты две. Пусть масло еще поднагреется, чтобы вот эта курочка наша не прилипла. Сейчас она поднагреется еще немножечко. И закинем вот эту сейчас вторую порцию. Все. Эта порция вот у нас уже вот до полной готовности доведена. Вот. Сейчас тут тоже пожарим. Ее тоже сюда. Потом картошечку, морковочку, лучок, все пережарим. Когда она тоже румяная станет, картошечка, потом это докладываем, специи докладываем, и все, и закрываем. И ждем. Вот видите, вот дымок опять пошел. Все, вторую порцию закидываем. Вот. Все, пошло. Вот. Все. Вторая вот порция у нас пошла. Все. Так, немножечко прожарится, мы ее все возьмем. Вот. Вот. Вот так вот сюда вот споласкиваем. Вот. Все полоснули. Чистенько, аккуратненько у нас. Вот. Полоснули. Вот. Мясо, видите, оно у меня как жарится. Видите, масло какое, вот как оно должно кипеть. Оно жарится там. Оно не жарится, оно жарится. Оно жарится должно. Вот. Тогда будет очень вкусно. Вот. Как оно схватится, вот как мы бросили, одна часть вот этого схватится. Потом будем переворачивать ее. Вот. Видно, да? Как жарится. Вот. И жарится. Вот. Ну вот, все раз вот так вот ковырнули. Вон она, видите, уже такая красивая вот стала вся. Все, ковырнули. Все, так. Эту часть тоже подсаливаем чуть-чуть. Подсолили немного. Потому что у нас от первой части, то, что ее солили, масло тоже уже соленое. Поэтому не перебарщивайте с солью. Вот. Все, ковырнули. Видите, вот какая у нас курица. Все, ее тоже убираем. Аккуратненько. Масло сцеживаем. Раз. Убрали. Раз. Все убрали вот аккуратненько. Раз. Видите, какая она у нас. Все убрали. Вот. Вот. Пусть она пока лежит теперь. Она у нас лежит. Сейчас масло поднагреется немножечко. Поднагреется. И у нас вот картошка пойдет. В то время не нужно будет вот воду слить картошки. Ай, упала. Все, воду сливаем. Немножко масло поднакалится опять после курицы. И закидываем картошку сюда. Вот. Картошка, морковка, там это уже быстро все готовится сейчас. Это все обжарим. Тоже до полуготовности доведем. Вот. Ну и в конце потом немножечко водички можно будет налить, чтобы она не сухая была. В принципе, можно и в сухом виде сделать, чтобы вообще без жидкости, без воды. Но у нас любят немножко, чтобы хлеб можно было помакать, покушать, чтобы жиденькое такое было. Немножко водички добавляем, вот, и все. Потому что эти овощи, вот картошка, морковка, видите, у нас они сок не дают. Если воды не налить сюда, то оно будет такое вот, ну, сухое блюдо. Вот. Поэтому сюда немножко можно будет водички добавить.
Потом хотите, чисто вот в сухом виде покажу, как это делается. Потом могу вам дымному показать. Туда тоже вообще воды не добавляешь. Там вот со своим соком все овощи, вот это все, они сами сок дают. Вот. И в своем соку получается. Очень много разновидностей всяких. Вот, например, вот из одних и тех же ингредиентов, там один-два добавляешь, и можно разные блюда делать. На разный вкус, на разный цвет, как говорится. Все, вот масло поднакалилось у нас еще. И все, забрасываем картошечку потихоньку. Вот видите, вот она. Потихоньку вот так вот. Раз. Начинает жариться. Все, аккуратненько. Вот. Нашу картошечку. Все. Картошку на две части не будем делить. Мы одним махом сейчас все прожарим. Слегка и цвет, колер дадим, и все, как говорится. А то уже, если честно, кушать хочется. Вот, картошечка у нас вот начала жариться, видите, вот она. Аккуратненько вот. Сейчас перевернем, вот, ниже которая была, она, видите, уже жарится уже. Все. Сейчас вот так вот несколько раз ее попереворачиваем. Вот. И все. А сейчас у нас пожарится. Вот перевернули, все, подождали. Вот. Все. Вот. Так вот. И жарится. Вот, товарищ, видите, вот потихонечку жарится картошечка. Они так опять становятся. Ну все, в принципе, вот мы ей немножко вот соли дали такой. Вот, видите? Все, сейчас смотри. Все тоже немножко солим. Вот. Подсолили. А. Все. Все раз помешали. Все, вот. Все, уже картошка красивая, не? Вот. Все, бросаем. Морковку. Все, пошла сюда морковка. Морковку тоже обжариваем. Все. Морковка обжарилась. Стой, да? Вот она пошла. Вот. Пусть немножко пожарится морковочка сейчас тоже. Слегка тут пожарится. Вот. Немножко так колер будет у морковки. И все, потом кидаем лук. Лук тоже так обжариваем. Там минут 2-3 буквально. И все. Закладываем курицу сверху. Ну, еще можно будет вот томатную пасту добавить сюда. Чуть-чуть томатную пасту. Но это сейчас все увидите. Я все то, что буду ложить сюда, я все это буду показывать. Специи, томатную пасту, все. Все, что буду ложить, все увидите. Ну вот. Морковка вот чуть-чуть вот пожарилась, буквально тоже 2-3 минуты. Видите, вот она вот такая, в масле стала вся такая вот морковочка. Все, кидаем лук сюда потом. Вот. Ну, считай, 3-4 головки лука, вот он, видите, вот такой. Лук тоже вот свой сок даст, свой вкус даст, аромат даст. Он. Луком никакое блюдо не испортишь. Вот. Самый важный ингредиент, можно сказать, лук. Он и полезный, и вкусный. Вот, видите? Все. Сейчас его тоже вот с луком немножко, он сейчас немножко обмякнет лук. Поджарится слегка. И все. Вот. Сейчас вот смотрите, в принципе, можно уже добавлять специи. Вот смотрите, как я что буду делать. Вот берем томатную пасту. Ну, вот так вот где-то. Видите, да, вот? Две. Ну, вот. Три. Три чайные ложки вот сверху. Все. Вот, хватает. Смотрите еще, что надо. Вот, например, томатная паста, она же кислая. Чтобы вот эту кислоту сбить, да, чтобы эту кислоту сбить, немножко сахара можно положить. Вот. Вот столько сахара. Вот. Ну, еще чуть-чуть. Вот. Буквально. Видели, да? Все, вот. Вот этот сахар, вот эту кислоту он собьет. И такой будет, знаете, кисло-сладкий такой вот привкус будет. Вот, ребята.
Ответьте теперь. Эти вот специи, то, что я говорил, тут кориандр, укроп, тут базилик, зыра, все здесь есть. Паприка есть, вот она. Все, вот чуть-чуть, вот, немного. Для вкуса, для запаха. Чуть-чуть, вот, много не надо. Ничего много не надо. Смотрите. Вот, зыры немножко, вот. Видели, вот, зыра? Подавить ее обязательно, вот, чуть-чуть слегка подавить. Все, видели? Немножко, чуть-чуть совсем. Вот. Совсем чуть-чуть, немного. И вот я как говорил, базилик тоже, вот, сушеный базилик. Вот он тоже свое дело сделает. Вот немножко так вот посыпали. Все. Вот. Не рассыпался базилик. Все, вот насыпали и все. И это все дело вот перемешиваем аккуратненько, чтобы картошечка наша не подавилась. Вот. Все. Так вот перемешали. Вот. Видите, лучок, вот лучок у нас уже немножечко вот сок дает, уже такая уже водянистая немножко масса. Вот, вот она. Вот. Видите, как все перемешивается. Уже специи все вот перемешались, уже запах пошел. Вот. Видели? Вот. Уже вид какой у него, видите, уже вот кушать хочется. Уже кушать хочется. Вот. В принципе, все. Вот оно сейчас чуть-чуть, еще 2 минуты еще вот постоит, да, вот так. Я еще раз ковырну и все. Потом вот эту курочку сверху выкладываю, наливаю водички. Когда вода закипает, все, пробуем соль, перец по вкусу. И все. На медленный огонь и крышечкой закрываем и все. И оставляем. Минут 20-25. Все, потому что курица, картошка, все у нас до полуготовности уже. 20-20, ну пусть вот полчаса она постоит на медленном огне, и все, готово. Все, сейчас все увидите. Ну вот, ребята, вот, смотрите уже, вот, что здесь вот. Вот. Видите, уже поджарился, уже морковочка, уже лучок, вон уже, видите? Вот. И звук уже вот такой жарится, видите, уже влага испаряется из звука, который звук сначала дал влагу, теперь она испаряется. Все, ну, готово. Смотрите теперь. Теперь выкладываем курицу нашу, курочку, все, вот эту, все, выложили. Смотрите, вот, вот она. Видите, целый казан получился. Вот, все, вот, ее можно будет тоже вот так вот немножко поддеть, вот так, вот так все перемешалось, не? Вот, чтобы все было в перемешку у нас, вот, видели, вот так, раз, вот. Все, так, аккуратненько, чтобы не вывалилось ничего, все, видите, какая красота получается, вот, все, помешали, да, так. Вот она. И все, ребята. И наливаем водички. Смотрите, вот можно вот так вот прямо, да, оставить. Вот так вот ее прямо оставить. Прямо чуть-чуть воды налить, чуть-чуть, слегка. Закрыть крышкой, оно дойдет на медленном огне. Оно будет вот такое вот, без жидкости. Если хотите жидкости, вот как мы любим, как я говорю, я сейчас вот жидкости, воды побольше налью. Понимаете, тут будет воды побольше. Его можно будет даже вот как вот, как такой, как субсоус такой он получится, типа, понимаете? Вот. А если не хотите с жидкостью, просто, ну, все равно, чтобы не подгорело, чтобы она дошло, чтобы картошка дошла, чтобы курица дошла, на низ немножко воды наливаете и закрываете, оно дойдет. Вот. А мы делаем вот как мы любим. Смотрите, вот сейчас. Так вот наливаете водички. Вот. Побольше. Все. Сейчас вот она. Будет у нас такой вот суп-соус. Поверьте мне, это очень вкусно и полезно. Вот. Ничего лишнего здесь, ничего. Никаких усилителей, ничего. Только просто специи. Зыра, кориандр, базилик, паста томатная, сахарок немножко. Все, больше ничего. Вот. Вот она. Видели? Вот. Все, вот.
Вот, еще даже немножко можно добавить, вот, чуть-чуть. Видите? И сразу вот кабгер тоже поливаете, он тоже чистый у вас становится. Вот. Все. Сделали? Теперь ждем, пока она закипит. Вот сейчас она закипит один раз. Чуть-чуть покипит, одну минуту, когда покипит, все ингредиенты смешаются, когда мы попробуем на соль, на перец, на все. Попробуем. Вот. Если надо, досолим, надо, доперчим. Если немножко сахара не хватает, сахарку немножко положим, и все. На медленный огонь закрываем крышку и на полчаса. Через полчаса добро пожаловать. Вот, видите, вот оно вот закипело, да, уже вот кипит. Вот. Теперь пробуем на соль. Вот. Пробуем. Соли маловато. Соль. Досаливаем. Это все на ваш вкус. Вот. Сколько вам вот надо соли, столько и ложите. Любите в норме соль? В норме. Кто любит поменьше соли, поменьше ложите. Кто пересоленый любит, пересоленый. Хотя я не советую пересаливать. Так, все в норме должно быть, чтобы все было в норме. Вот, например, если блюдо не досолишь, да, вот, нормально не досолишь, то, что ты потом уже будешь досаливать, это уже не то совсем. А если вот ты вот, когда вот оно готовится, вот, когда оно готовится, нужно все довести до нормы, чтобы вот было прямо все в норме. Вот тогда это совсем другое дело будет. Вот, кислинки, в принципе, хватает у нас. Вот, кислинки хватает, сахару хватает. Вот, сейчас еще раз закипит, покипит сейчас эта история, то, что я положил. Еще раз попробую. Вот. И все, в принципе, можно будет потом убавлять огонь и закрывать это дело. Вот я еще вот люблю лаврушечку. Такую вот обычную лаврушечку. Вот один листочек положим. Много не надо. Вот. Лавровый лист тоже свое дело сделает. Запах даст, вкус даст свой, привкус, аромат свой даст. Он еще очень полезный, он еще давление снижает, знаете. Ну все. Вот. И соли все достаточно. Так, берем, сейчас посмотрим. Это крышка. Да, это крышка. Вот, все хватает. Все закрываем. Убавляем огонь. Вот. На медленный огонь. Все. Вот. Скажи, огонь, вот у нас медленный огонь такой. И все, смотрим на время. Сколько у нас вот сейчас вот? 15 минут третьего. Без 15:03 где-то оно вот даже уже готово быть. Полчаса постоит на медленном огне и все. Будет готово, можно будет кушать. Ну вот, товарищи. Полчаса прошло. Уже все у нас готово. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, например, вот картошечка. Видите, вот она какая. Вот. Вот. Видите, какая картошка. И мясо. Морковочка вот уже тоже. Видите, она и не разварилась. Но самое то, что надо. И соус, видите, какой вот соус. Вот. Ну все, сейчас будем накладывать. Сейчас я вам покажу. Вот. На все про все ушло у нас где-то 2 часа. Угу. Вот у нас все готово. Так вот можно будет сделать сейчас. Вот. Это по-разному можно назвать блюдо. И как жаркое, можно просто картошка с курицей. Вот. Так, пониже немножко. Подержи. Вот. Как соус, как суп-соус. Вот. Мы вот сейчас вот на общее блюдо выкладываем. Так вот красиво. Можно каждому индивидуально положить. Вот. По косушкам можно, по тарелкам положить. Каждому индивидуально. Видите, картошка аж прямо вся он разварилась. Вот. Если хотите, чтобы она не разваривалась, там можно красную картошку. Это у нас желтая, она больше к пюре подходит хорошо, желтая картошка. Вот, а красная, она
такая, она не разваривается. Это вот разварилось немножечко. Ну, все равно хорошо. А вот, например, вот любят ее подавить, как пюрешку покушать тоже. Вот, видите, какая красота у нас получилась. Морковочка. Смотрите. Можно прямо так вот все вот выкладывать уже. Вот она. Видите? Все по-домашнему. Ничего лишнего, ничего сложного здесь нету. Знаете, как вкусно? За ушами будет трещать. Вы даже не представляете, как вкусно будет все это. Вот. Видели? И вот этот вот соус, сейчас подожди, можно будет просто сверху подлить и все. Вот видите, какой соус вот. Вот. Можно даже отдельно в чашку налить и пить его можно даже. Весь смак вот здесь сейчас. Вот. Вот. Все, приятного аппетита!